просто так. Так. Слишком далеко. А остальные там АФК, все полетели. Робота убьем. Куда идем? На льду. Сейчас обычный запустим, быстренько пролетим. Это людей нету, 10 человек АФК. Нехуто вайпаться. Поехали. Вот эти вот берите разрушители. Просто напрямую едьте, не останавливаясь. Стрелять никуда не надо. Просто ехать до конца, где робот появляется. Там надо два больших великана убить. Заливайте жижей. Алло, бля. Алло. Бой, чек не ПМ, плиз. Ну да, то что мы подождем людей, которые позже зайдут, тебя не интересует, да? Ну офисе. Нет, так это. А ты потом типа зайдешь, да? Ну да. Ну а мы в людей бейтесь сами, да? Ну блять. Типа... Интересная логика. Мне нравится. Ну я написал тебе, но почему так? Ну, не знаю. Ну, наверное, Вайшу просто не надо убивать. Как только за 4 часа начнем закрывать ОКЗС в четверг, так тогда и будем убивать. Я так, я ж написал, что на ваш, типа, я зайду на вот это все остальное. Да, да, все понятно. Делайте, что хотите, это, ну, ваше право. Я не буду никого заставлять.
Вот крестик и череп только убить надо. Вот это большого не надо бить. Вот крестик и череп. Они когда умрут, этот сведется. Весь треш остальной. А тут что-то машин нету. Хотя бы огонь есть маленький. Все, выезжаем. Сейчас машины все исчезнут, и мобы убегут. Слезьте с машины, иначе если в комнате останетесь, вас убьет. Все, новые машины появились. Да, вот этого убьем. А, он завейдился. Ну ладно. И он завейдился. Пускай бежит. Подлый трус. Все, берем разрушители. И просто закидываем этого дурака. Ждать не надо там абсолютно, пока люди доедут до сюда. Вот все, насчет 3. Раз, два, три. Потому что это проходная фигня. Время тратить неохота. Что-то какие-то лаги, что ли? Походу всех лагает. Нет. Нет. Просто надо настакать 10 стаков и поддерживать. Ну только 3 машины стакают. Как добьете пати, дадите? Сесть нельзя, интересно почему. А нет, теперь можно. О, не понял. Лока нету, ну я думаю, ждать тоже смысла нету, стоять мы и так ждем, когда топ челики зайдут на вайш, на гидроса, просто пульнем, да и все. Танк там есть. Сейчас пекнусь, чтобы намажить хотя бы. Так. Запускаем.
Да, в среду просто отдохнуть хочется. И охота куда-то идти в среду. А вы в целку 25-го обходили? Нет. В планах есть, нет? Чего там в льду мои... пошли? Это видишь, кто, сука, этот? Где мой пэт нафиг гонит? Ну видишь, оно раз в пятилетку бывает выстрелит неплохо так. Ну кайфово все равно. Ситуация моральная. Ну хоть что-то. Ну как бы инста, блять, я не знаю, мусор нахуй. Ну вроде бы РБК та же хуйня, типа и чистить неохота ничего, вроде бы, блять, падает нахуй то, что нужно, блять, всем. А? Какая же хуйня. Лингрена все закинул там. Если что-то кто-то носить будет, смотрите. Не знаю, я вот когда на циркуле играл, у меня было такое понимание, что я вот создам перса, который нужен в гильдии, ну типа танк там или хил какой-то. И типа, ну раз гильдия приносит 25-ку без всяких проблем, типа они мне могут одеть, типа вот меня взять там в гейру, ну голого перса, то есть бичевского. Вот я думал, что это нормально, но когда столкнулись с тем, что вот в обычку, если духает вино взять, и даже в обычке начинаются вайпы. Ну, то есть, там один протупил, и, ну, при большом ДПСе, видишь, ошибок очень дохуя, можно нивелировать, то есть, хуй забить, там, то есть, бить, там, трэш не бить, нихуя не делать, вот. Ну, как бы оказалось, что персонаж должен быть готов на тот рейд, в который он идет. И только, ну, ладно, он еще по геру готов, но он еще должен уметь за свой класс играть. То есть, например, лок, который шкаф не ставит, или лок, который телепорт не юзает, или паладин, который мастера не нажимает, или танк, который не там мтит, или капа не собрал.
это такая хуйня, обуза. Вот. И оно, казалось бы, вроде бы и можно провагонить челика, кореш он там, не кореш, но чем больше таких людей в рейде, тем больше вероятность того, что рейд упадет. А когда рейд падает, вместо того, чтобы пройти его за час, за полтора, он проходится 2-3 часа, и люди просто, ну, обижаются, потому что их время тратится. Вот. Что всем обидно, как бы. Ну, цель-то какая? Зайти, ты вроде бы все знаешь, быстро пронести и чилить. Вот. Ну, плюс разные факторы есть. Дополнительные. Ну, вот я... Мне постоянно говорили Void, Beach, там на своих персах обоссанных, ну ты так заходишь. Ну потом я уже стал, когда уже последнее время, последние пару лет на циркуле играл, уже стал персов нормально чарить, все делать. На Сирусе вообще, ну, как-то одевал с пугами вообще. Допустим, ДК танка делал на X2. Я с ним не ходил в гильдрейды, пока не одел его 260-го. То есть я с целка обычку с пугами ходил и там уже залутал все, что там можно было. 260-й шмот, глору там все. Потом такой уже плюсанул, геру танчить стал. Ну и соответственно оделся. Потому что понимание, как танчить, есть. Это самое главное. Твое место в мусорной куче. Ебать, все по два падает. Угу, что-то странная хуйня какая-то. Ну, прикинь, два осколка выпадет и бы. Лока, нет, лети сам. Нифига себе фокуса. Боди, тебя что выкинулось? Ну, у меня крашнуло, 132-я ошибка, и комп перезагрузился. Да. Как брать постоянную 132-ю ошибку при выходе из пола? Вот это я вообще не знаю.
бы черная не появилась под конец. Искру убьем. Боешка. Можно ларь собрать хоть раз. Кто это хочет? Фокс. А то там у нас товарищи постоянно тэбит его вот это поле. Думаешь, там что-то интересно, там банки лукашные. И... Я понимаю, никому не надо, но хоть раз можно же. Можно, можно. По очереди там, не знаю, или паролить. Та идея по очереди. Да, там дебаф такой вешается, магический вроде спалить можно. В принципе, пристов нету. Один умер, так что будет проблематично. Ну, скиллов нет. Да, они сдохлись. Давай мы, Фокс, вспомогательный спект несть на этого босса. Похилить. Так, да. Сначала мелкий, потом средний. Ты можешь четвертую группу убрать, но все равно там два человека, в первой, второй не хватает. Да пофиг, пускай будет. Может, как бы людей меньше тогда. Ладно.
убегаем от боссов. Под ними будет синяя руна. И потом зеленая сразу. Синяя появится, в нее сначала не забегайте. Вот. Сначала ждем, сейчас зеленая будет. Потом уже в синюю зайдем. Не заходите. Ну, понял. Сказал же отбежание от боссов. На тебя, наверное, кинулись, на танк. Да, наверное. Ладно, так сойдет. Сколько секунд? 12. Забирай. Спасибо. Электрическая сова. Инвалиду. Так, ставлю рыбу. Так, руку, которая схватила людей. Да. Все, босса. В натуре, блядь, все по два падает. Ну, хуйня какая-то. Да не, пусть падает.
Ну, типа, что лучше бы разнообразие пылить. Какое-то. И ну пылить-то нормально. Нет, тут пылильщика нету. Это... Будем бабу бить сначала. Я могу пылить. Там есть пылильщик. Сейчас в коридор не идите, вот этих быстренько зергаем, и баба подходит уже. У которого больше второго хп. Бейте. У которого много хп бейте. Да, оно уже идет. Сейчас он прокастует и уже убегаем сюда. Наверх обратно убегаем. Прячемся за угол. И все, и пуляй. Там массакру, полтинник прожмешь всю хуйню. Сначала мелких надо убить. Они прыжки сделают. Дарт из бабл прожми. Уже поздно. Уж не прожимать. Фул дамаг по мелким. Они когда прыжки делают, они, видишь, вчетвером, они друг друга усиливают. Если их развести друг от друга, то они послабее будут. Дайте Киру. Сейчас будет фирт, надо будет каст сбить еще. Берегитесь. Каст вот этот надо сбить. Надо сбить, надо сбить, надо сбить. Вот, отлично. И подъебало возвращаемся. Сейчас моб, когда умрет, под ним лужа появится. С лужи выйдите. Берегитесь. Не сбоку, там не сзади, если тебя подъебало, чтобы делить вот этот ультразвук. И всех делится. Так, теперь Ходора. Давайте навизжит. Чё там, не зашел? Тот еще новенький на РТ. Тут вроде 4 слота не хватало, все куда-то делись. Вайшу так-то бы потратить, конечно. Что-то странная реакция людей, не понимаю вообще. Ну, сегодня выходной праздник. Может быть из-за этого, да. Хотя, ну, на этот праздник же вроде не бухают. С чего это? Я даже работаю. Да. Праздник труда, мне кажется, не бухают. Мне рассказывали, что в советские времена с этими с плакатами ходили. Там кто герои труда, там вот у кого родственники, родители, там деды. Ну пробухло что-то. Не, ну может бухает какая-то молодежь, там более такого легкого поведения. Радис, ты что хочешь? Кожаные кисти сейчас бабы. Кожаные кисти? А. Угу. Они просто по трансмоксет нужны. Верно. Спасибо. Да я не вижу, Войт мне накидывает просто. Я сейчас разделяненько сет для мультика.
это зачем-то согрели сугроб. Еще мелкий, еще загробник сзади идет. Да, ну, наверное, весело. Наверное, круто это так агрить. Наверное, репа какая-то фармится. За репу дают голду, не знаю. Или рубли, или доллары, может быть. Люди агрят. Интересно. Ладно, вы тут стойте в коридоре, пойду дальше, посмотрю там на босса. Может, побью его. Может, убью один. Зачем там стоять? Челики еще в коридоре бегают. Сейчас человек 15 зайдет. Так, это собрание Калагарн, Баба и вот этот четвертый. Если бы с них осколки падали, я бы сам с укромом прыгал. Следышек надо выходить, а потом заходить в вагон опять в лунный столб света. Трескучий мороз. Что же это такое? Наверное, босс 100 тысяч, ничего себе. Только что по 100 тысяч ударил. О, надо, короче, где это? Все. Эх ты, зараза. С него частенько падал. Так, получается еще. Ну, 4 на 50, 200, ну, правильно. А, да, еще 4, еще 2 босса. Это мы как будто и ВК закрыли на 50 на 50 таким составом. Достойно похвалы. Если друид инвалида. Если бровиста. Свой дракона. Так, в комнату пойдет бидон и третья и четвертая пати. Первая, вторая пати, остальные три хила на арене остаются. Так, агрите мобов, бейте, я пока метку поставлю.
На арене остаются первая и вторая пати. Вот сейф-зона для хилов. В ней будет стоять бидон, друид инвалид. И Мэтт Фокс. Стелси в кружке будешь под балконом стоять. Это когда босс спрыгнет. Все, забегаем. В первую очередь вот этих прислужников убиваем. Смотрим на мобав в кольце коридора. Из него будет вылетать огонь. Вот, переходим налево. Как показывает звезда. Чтобы не сдохнуть. С той же руки, нормально. Центрального моба в первую очередь убиваем. Так. Везет неописуемое, везет нам. О, право. Сейчас направо перебегаем, как показывает звезда. Быстрее, быстрее, быстрее. Сбегаем, встаем под пятки боссу. Он кинул на себя ШВ. Маг меньше. Бежим дальше. Прислужника в первую очередь дергаем. Иначе он захилится. Там на лестнице еще один прислужник есть. Немножко на рейндж встаньте, сейчас там какую-то хуйню кастанет он. Что она уешит будет. Заломаночный арене остался. Как дела у тебя, Заломаноч? Идем по правой стенке. В круг не забегай, кто это? Аек. Так, стелси, беги в кружок. Остальные три хила в звезду вставайте. Когда босс спрыгнет, герой фулл ДПС. Стелси, иди ко мне. Давайте герой фулл ДПС. Бьем припоты. Милики, не стойте кучей. Станьте слева и справа ноги. По два... Ну, уже не поможет. Вот кто в кружку подбежал, отбегите. Мы тут со стелси вдвоем стоим. Отбеги, ага, метров 12 рейндж. Угу. Вот Фокс, Лиса и Войда. Я когда хилил, случайно поднял уже этого канцеля. Ладно. Рвист, Ресса, МВДРУ. МВДРУ, Ресса и Войда. Друид инвалид, Ресса и Хукмастера. Хоть знаешь, что значит драка? Хоть знаешь божество.
Убожество. Ты хоть знаешь, что значит драка? Убожество. Так, оранжерея жизни и налево. Вначале статум починка стоит на огре. Бери мобов агри, всех бьем, кроме черепка. Черепок не трогаем. В первую очередь давай эту зальем змеюку. Точечное ауе не делайте никакое. Потом всех точечно убиваем, кроме черепка. Немножко подержишь его, я поставлю метки. Аек, ты где? Дартис. Все, не трогайте. Сейчас поставлю метки. Так, чтобы не сдохнуть, надо стоять по 3 человека. Тут танк стоит в ромбике. Так, тут милики. И вот тут милики. Так. Там посмотрите максимальный рейндж от босса. Значит, Лингрен стоит в ромбике, в луне будет стоять мастер Юли Консилятор, в треугольнике будут стоять Кирсори, Боди и Дартис. А дракон убежишь, под стенкой бегать будешь. Остальные РДД, ладно, давай поставим метки. Когда в вашу сторону идут двойные молнии, надо оттуда убежать, с этого, с четверти зала. В квадрате будут стоять Заломаныч, МВДРУ, Рулипон. Потом... Так, потом в кресте будут стоять Равист и два мага. Так, и потом в черепе будут стоять... Значит... Кто там остается? Короче, этот самый Мудфокс станешь сюда. Бидон. И станешь тоже в черепок. А Стелси и Друид Инвалид звездочку станете со мной. Все, также в комнату заходит. Третья, четвертая пати, первая, вторая тут остаются. Все, убиваем оба. Незваные гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Заломаныч, ты в Дисе? Но вы... Что это? Да, челик вообще по барабану. Направо. Направо. Опять везет. Сейчас налево. Налево перебегаем. Направо. Бегайте направо.
где босса стоим за спину. Так угарно сова выпускает гнев и зачем-то взмахивает оружием. То палкой, то, блядь, одной ручкой. Типа сверху. А, устрашение. Ну. Это ну, когда против солнца патана взмахивает. Типа, уебу, сука. Да-да-да. Прикольно, блядь. Добиваем мобов сначала. Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Так, ровненько ставь его, немножко выровняй. Отметок набираем, вот эта сова, кто стоит. Ведро, уйди от нас, отойди от звезды, отойдите назад, он рейнджница, блядь, нас убьет всех. Кто там в звездочке стоит, встаньте в вой, да? Молния в четвертого человека попадает, она его убивать будет. Да ебана в рот. Стоп, не ДД. Вот смотрите. В босса идут двойные молнии. И с той стороны, куда они идут, босс будет посылать заряд. Оттуда надо отбежать. Вот как он сейчас посылал. В следующий раз он будет убивать вас. Он увеличивает, потому что урон силу природы. Вот оттуда от крестика отбегите, 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 отбегите. Значит, шутнет. Вот я же говорил, они отбежали. Молодцы. А еще надо рейндж постоянно держать 12 метров. Вот звездочка немножко правее, встаньте в сову, как показывает сова. Рдрушник, встань сюда, а то помрешь, заденет еще. Слава богу. Что-то мне кажется, он не то делает. Вот босс? Да. Или мне показалось, он сейчас зарядил его с одной стороны, а он в другую кинул. Да-да-да. Да, кстати, он... летит. По-моему, даже не в танк, а в противоположную сторону. То есть ему... Вот смотри, сейчас с него молнии заряжаются, а он, по сути, должен туда, откуда они шли. Смотри, в меня полетит. Сейчас полетит за спину. А, нет, в тебя. Странно. Да, он в одну сторону. Он показывает в одну сторону, а кидает молнии постоянно в этот. Да, вот, с этим. В один сектор. Смотри, сейчас молния отсюда, куда он заряд кинет. Вот опять же в этот же сектор. Но он в сторону маленько кинул. Он дает типа вот в этот сектор, где крест. Он все молнии сюда дал, вот в этот. Вот типа вот здесь он должен кстати, давать молнии вот в этот сектор. А он, блядь, куда бы не давал вот этот вот баг какой-то. Что-то сломали, короче. Прям стопудово. Что-то раньше работало заеби, сейчас вообще сломали. Эх. Мою жену, герои. Теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Ну, раньше по два осколка давали, сейчас по одному. При распылении. Вы должны победить. Это же не Тор, это пародия. Варкрафтовская. Че он там был? Формула чар. Опа, нужна. Давайте ролить. Да кому она нужна вообще, вытягивание крови? Ну ладно. Завоеватель. Причем сыпется нужно. Один завоеватель. Дайте формулу паролить. Ну, ну Лингер не спроси. Метки убрать можно.
Бежим на бабу. Рольте. Ого. У меня там жесткий пацан. Один не считается, короче. Если что, она не продается. Так. Что ли стражи закорневать? Наверное, нормально будет. Чего там продали? Я корни кинул, короче, бегу. Здесь пизды не получу. Там мобы стоят, такие деревья, их нельзя трогать, не для хэма нужны. Вот только мелкий трэш нам надо убить. Это залман еще ФК. Большого убить, правда его надо от маленьких отводить. Нормально. Я на распыл тыкаю. Смотрите, в бабу не врежьтесь, она вон ходит. Опасная баба. Он весь трэш пойдет, если ее спугните. Видите, она в воде ходит, осторожно. Так, дам корни. Надо отвести мелких или большого отвести, они не так бесконечно будут. Сейчас дебаф спадет. Бах. Куда ушел? Так, где он там? Страж. Там корни, короче, мелкие идут еще сзади. Ты не тех. Понял. О, нет, этого это идут как раз. Так, это получается что? Торим, Фрея, Нерон, Физикс. 6 сек. Че, куда делся?
Косфея взяли? Все, поехали. Ну, честно, мы ее слово забросим, как в прошлый раз. Не знаю, людей меньше. Что-то поменяли, может быть. Ну, вроде пробивается, но первую пачку точно наебануть. Вот это проблемно будет. Более мелкие они взрываются. Ну, что-то на мне их скопилось. Ну, зеленая хуйня, а то не захилится, надо убить. Да не. Не, надо еще пачки. Пачки две. Хилиться так нормально. Пока будем бустить еще. Под грибы еще искать грибы. О, грибной. Этот зеленая елка. Грибы, кстати, дамаг немного повышают. И все равно хилится нормально так. Ну да. Было бы по сифее. Интересно, что на автопять даст? Ёлка. Давайте Геру. Ну, 30-ку, думаю, даст. С первым после АПТ-5 не начал хорошо дамажить. У нас раньше не был очень конченый бонус. Блин, хилиться. Давай мелких одновременно зальем. Ход топлёту больше. Который растет цветок, все в него свечи. Не, но все равно этот хил мощный идет. Надо срез хила, чтобы был. Не знаю, есть у ханта роги. А у нас армсвар. Он срезает. Вот опять мобы. Да, мобов ебанем. Может быть после этих получится. Че, где-то елка что ли? Убили. А вон елка сзади. Еще одного убили, да? Так он сейчас срезнется. Угу. Будем заново бить. Эх, повезло. Случай выходим. Сейчас вполне реально забить. Ёлка. Босса добивай. Ну, на ёлку ебануть, а то на босса захилит. Здесь не место. Снова ясен. Благодарю вас, герой.
этот искра воображения. Сегодня ты чуть чилишь. Так, с тобой рыбу. Тут босс набивается без рыбы. Сломан, жди. Ну, сейчас мы посмотрим на этот пософил. Беги, малышка, беги! Как дела у вас? Они думали, что они в танке. Понял. А это что, Дартис отвалился? Хорош. Лол. Как дела, Дартис? Нормально у тебя? Че ты? Прилег, что ли? Нет, за Мимирона сняли, на котором тебя нету. Да. Молодец. Ты на 3 мины наступил, я тебя огорчу. Не на одну, а на 3. Они такие кругленькие, маленькие, на полу лежат. Первый раз, наверное, тут. Ну да ладно. Да, сейчас. Что же, может произойти такое, что не хватит ДПС, чтобы перевести босса до лазерного обстрела. И тогда мы впервые в жизни увидим лазерный бараж. Обстрел. Что же произойдет? Он идет по часовой стрелке, если что, можно успеть против часовой пойти. Вот. Он скоро будет, уже через 3 секунды. Хотя, может, лям успеем добить. Может и нет. Может и успеем. ДБМ наебал. Ой, ну да, там позже чуть идет. Блять, ну с одной стороны охота поиграть в этот джедай. Но с другой стороны, я вот играл первую вот эту часть. Как-то, блять, чего-то не хватает, не знаю. Ну, не знаю, я рубанул как нормально что-то. Ну, не, ну оно рубануло, ну и заебись, понимаешь, и музыка, и вот это все, истории вот эти читаешь. Прям, блять, кайфово. Но, опять же, вот почему-то, ну, может, мнение вот этих блогеров, кто там вот эти игры, обзоры делает, оно как-то въедается в голову, и может это неправильно, но они вот говорят, типа, что меч световой, да, он же разрубает, нахуй, он типа вообще, ты ебанул, у тебя рассыпался. Блядь, это игра, а вот. Это хейтеры, блядь. Ну да, так-то да. Так в игре так же, все с новой точки умирают, но только у них щиты есть. Войд. А.
Они доебываются до каждой мелочи просто. Это да, в принципе. А ты мне полтинник снял за Фрейю или за Мимирона? Мимирон. Ну, я не знаю, я бы вообще не парился. Народу мало. Очень тяжело все это проходить. Видишь, 4 человека лежит. Мы бы уже, наверное, язык забили. Да и вообще, люди просто взяли, офнулись, АФК ушли. Нет, чтобы посидеть, подождать, когда зайдут люди. Я за ОДшкой пошел. Ну и за ЕПшкой. Я тоже за ОДшкой. За ЕПшкой и друид инвалидом. Я пошел, потому что я пришел. Ну, я друиду инвалиду помочь. Да, я не могу ему сказать, типа, все, хватит. Типа. Я считаю, это некрасиво. Вниз, больше. Вниз и в голову. Туловище уже нормально подбили. Надо убить одновременно эту хуйню. По низу и по голове. И, короче, будет сначала обстрел лазерный, смотрите, он по часовой стрелке идет. Вот, голову все. Свищ голову. Быстрее, блядь. Не, сейчас захилится голову и башим. Не, захилится, сука, 2 секунды. Ебаный. Сейчас бой спадет, масрез дам. Ебать, как он на одном дыхании выговаривает всю эту хуйню. О. Ну, не Мирон. Он робот. Он от Тюринга. Бабахун. ХР 500, нахуй, осторожно, блядь. Мина, блядь. Противопехотная. XP 500. Я понял, блядь. Ну мы же не в Америке, блядь. Так, значит, ХР. Хрен вам 500? Ну, не знаю, как там аббревиатура расшифровывается.